Всем большой привет! Я рада видеть вас на моем канале. И сегодня я буду создавать новогодний макияж. Простой вариант макияжа, как я его вижу. И хотела бы с вами им поделиться. Кому интересно такое видео, непременно поддержите лайком, подписывайтесь на канал и также оставляйте ваши комментарии под видео. Итак, поехали! Сегодня в этом видео в макияже я буду использовать палетку, которую, наверное, уже большинство попробовали. Это вот такая вот красивейшая палетка от Эвелин в розовых тонах. Она у меня лежит уже довольно-таки давно, я заказывала, но все никак не было времени отснять с ней макияж. Вот такая вот палитра. Здесь и матовые, и шиммерные. Также, я так смотрю, неплохая кисточка идет в комплекте. А с одной стороны она такая растушевочная, пушистая, а с другой стороны она такая плоская, синтетическая, скорее всего, для жидких текстур, для таких кремовых. Дальше из новинок у меня от Vivienne Sabon. Из их новой коллекции палетка для скульптурирования лица в 01 оттенке. Заказывала и, честно говоря, осталась довольна. Сразу начала пользоваться. Здесь два продукта. Сам скульптор очень приятного, хорошего, правильного оттенка. И хайлайтер такой, цвет шампанского. И главным акцентом макияжа у меня будут от NYX вот такие вот глиттеры. Честно говоря, эту баночку я покупала еще в прошлом году. На прошлый Новый год я делала макияж с этими глиттерами. Они такие разноцветные, на розовой подложке. Очень-очень симпатичные. И все остальные продукты у меня будут, которые довольно-таки у меня уже на постоянной основе. Я ими пользуюсь, ничего особенного. Это из старой коллекции, не знаю, сколько уже, год или полтора, румяшки от Art Deco. Это была у них новогодняя лимитка. Вот такие вот румяшки. Здесь три оттенка. Можно использовать поодиночке, можно комбинировать друг с другом. И в особенности я очень люблю, когда кожа светлая, не загорела, использовать в зимнее время. Создавать румянец. И дальше вот еще вот такой вот продукт, в принципе, тоже можно его отнести к новинкам. Это Диваж. Это компактная пудра. Знаете, она мне очень сильно понравилась. Она стала для меня любимицей. Оттенок 01, Fair, вот такой вот, он подходит, в принципе, мне кажется, он является универсальным. Именно пудра очень шелковистая, мягкая, на коже она совершенно не видна. И красиво матирует именно, красиво смотрится на коже. Далее для вот этих глиттеров я буду использовать продукт тоже от NYX, праймер. Тоже, в принципе, наверное, всем известный, вот такой вот он уже давно. Тон у меня будет... мой старичок, так сказать, потому что сейчас в линейке это Catrice, обновились тональные средства. У меня это вот такая вот тональная основа, матирующая в 0,1 оттенке. Уже давно у меня этот бутылек, и знаете, когда я начинаю экспериментировать с тональными средствами, искать для себя что-то подходящее мне, чаще всего, в особенности в зимнее время, я прибегаю к вот этой тональной основе. Она идеально работает, если у вас кожа комбинированная, жирная, нормальная. Но бывает так, вот, например, у меня комбинированная кожа, но в некоторых местах она может быть суховата, в особенности в зимнее время. Но если хорошо напитать кожу, достаточно ее увлажнить, то тональная основа смотрится очень-очень хорошо, натурально. Вот. Ну, а все остальное, как бы, будут продукты, которые, наверное, менее интересны. Это от Эвелин
мой постоянный любимый продукт консилер. Далее тушь. Тушь, скорее всего, я буду сегодня использовать. Возможно, либо вот эту от Vivienne Sabo Полинезия. Это влагостойкая. Либо от Maybelline. Вот это вот тоже всем известная. Посмотрим. По ходу дела разберемся, какими продуктами я буду пользоваться. И обязательно буду вам их показывать. Итак, давайте перейдем сразу к макияжу.
макияж у меня получился с акцентом на глаза. Глаза такие переливающиеся. По-моему, очень даже праздничный макияж. И главное, что он легкий. Вот. Ну, в общем, кому понравилось видео, непременно поддержите лайками. Подписывайтесь на канал. Я жду ваших комментариев под видео. И всем пока-пока!